Всем привет из Сибири. Закрытие сезона. Поход за грибами. Уже конец сентября. Маслята переросшие, но обилие сыроежек. Сосничок и море сыроежек. Просто можно собирать их ведрами. Сыроежка в основном красная и зеленая. Это гриб съедобный, относится к грибам четвертой категории, пластинчатый гриб. Молодой гриб, это красная сыроежка, ярко-красная или жгучая еще называют ее. Молодой гриб, он имеет шляпку круглую, потом она раскрывается. Шляпка, ножка полая, пластинчатый гриб, то есть под шляпкой пластинки. Гриб, в принципе, съедобен во всех видах, и в жареном, в вареном виде. Но вот такие грибы, сыроежки, лучше всего идут в засол. То есть можно на холодную солить, можно отваривать. Но это уже немножко старый гриб. Сыроежка обыкновенная, их просто море. Вот когда нет нормальных грибов, можно брать сыроежку. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание.